На Кавказе из-за гор слышен виноделов хор. Это бравые грузины погрузились на машины, отправляясь воевать, под Хинвали пострелять. Видно, думали ребята, что пойдут как на параде, в чьи-то поле погулять, не дала Россия мать. По дороге прем среди скал, движемся на город Хинвал. До него дойти нелегко, нас туда послал Мещико. Ополчились, миротворцы заступились, и под городом Схинвали по рогам грузинам дали. Это вам, ядрёна мать, не с народом воевать. Миротворцев батальон выгнал всех грузинов вон, и смеялись даже дети, как те драпали соседи. По дороге прём среди скал, движемся на город Схинвал. До него дойти нелегко, нас туда послал Мещико. Виноделы из спецназа, лучшей армии Кавказа, убегали от пехоты, бросив танки, пулеметы, как и ихний президент. То, что Бушу лучше Кен, в объективах телекамер след позорный свой оставил. Когда услышав в небе гром, штаны при всех наделал он. По дороге прем среди скал, движемся на город Схинвал. До него дойти нелегко, нас туда послал Мещико. Дипломаты, но хорошие солдаты из Хинвали защитили, и грузинов мы разбили. Вся планета наблюдала, как из города Схинвала под усмешек громкий шквал из нас грузинский удирал. При этом неповадно будет пакостить обычным людям. Будет преть агрессор знать мощь России, вашу мать!